На площадке перед торговым центром «Муравей» яркий молодежный фестиваль. Но собрались здесь нижегородцы разных возрастов и интересов. Гости праздника оценили и тематику праздника, и уровень организации. Сюда можно приехать, пообщаться с такими же людьми, как и ты, которые также не представляют своей жизни без автомобиля. Здесь очень много людей. Здесь у нас вот такая немножечко ретро-выставка. Вот сегодня очень веселая атмосфера, всем тут очень нравится, много улыбок. Я очень люблю машины, и мне здесь нравится, и музыка очень приятная. Отличное мероприятие. Фокусы делают всякие разные тренировки, и автомобили тоже красивые, отличные. Мускул-фест стал уже традицией. В этот третий раз для настоящих автолюбителей организаторы подготовили презентацию новых моделей от ведущих автосалонов Нижнего Новгорода. Дрифт на радиоуправляемых машинках, выставку спортбайков и питбайков. Для спортсменов специальный сюрприз – экстрим-шоу. Друзья, все вместе, так еще ночь, аплодисменты! Мы пригласили все самые сильные тачки, которые находятся у нас в Нижнем. Это сильные по тюнингу, по стайлингу. Автомобилей не так много, но приезжают самые интересные машины, уникальные по-своему. Муравей представляют на площадку уже в третий раз. Они очень нам помогают в организации, поэтому мы с ними дружим и проводим именно здесь. Кульминацией праздника стал розыгрыш призов от партнеров торгового центра «Муравей» и автоклуба «Лайф-52». Анжела Мангушева, Денис Каримов, Юрий Абалаков, телекомпания «Волга».